готовлю игрушкам. Пинки Пай, догоняй! Иду, иду! Ой, как много здесь всего вкусного! Давайте купим чипсы! Нет, давайте лучше сладости! Чипсы! Сладости! Чипсы! Сладости! Привет! Это вы здесь шумите? Привет, Лея! Мы очень голодные и не знаем, что купить! Я говорю, что нужно купить сладости! Нет, мы должны купить чипсы! А давайте я вам что-нибудь приготовлю. Пойдемте скорее на мою волшебную кухню. Я первая! Догоню! Возьму капусту, яблоко и клубнику. С вас 15 капляков. Возьмите. Спасибо за покупку. Приходите еще. У-ху. Спасибо, до свидания. Лея, а что ты нам приготовишь? Я купила капусту, яблоко и клубнику. А из этого разве можно что-то приготовить? Из этого можно приготовить пирожки. Но сначала я надену фартук. И колпак. Пирожки! Начинка у нас уже есть. Надо приготовить тесто. Белый пластилин. Это мука. Желтый пластилин – это яйца. Перемешаю. Добавлю немножко сахара и корицы. Да, сейчас я вас научу. Сначала нужно раскатать тесто. Это так легко! Да, совсем не сложно. У меня не получается. Не расстраивайся, будем готовить вместе. Молодцы! У вас очень хорошо получается. Теперь нужно выбрать начинку. Мне нравится клубничка. Искорка, не толкайся. Сыпай, не толкайся. Я хочу капусту. Яблоко. Заворачиваем начинку в тесто. Вау, какие классы! Давайте их съедим сейчас. Нет, 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 нет. Сначала их нужно испечь. Зеленую тарелочку для Пинки Пай, фиолетовую для Радуги Дэш и розовую для Искорки. Лея, спасибо, что помогла!
мне, я одна бы не справилась. Ой, пирожки готовы! Пирожок тебе, Пинки Пай. Искорки и радуги дашь. Приятного аппетита! Ой, какие вкусные! И горячие! Обожаю пирожки с капустой! А я люблю пирожки с яблоком! Я так рада, что вам понравилось! А с чем ты любишь пирожки? Пока!